Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня поиграем в игру, которая называется Bloody Zombie. Ну что ж, давайте выбираем персонажа, и я думаю, что это будет у меня, наверное, Эдди. Да, почему бы и нет. И начнем, наверное, с обучения. Поехали. Так, начинаем откуда-то непонятно. Так, мы можем прыгать. Ну, естественно, драться. Два раза бег. Ага, понятненько. Простые комбо-удары. Выполните комбо. Удар на зомби. Ну, их тут много всяких вариантов, я смотрю. Давайте с простого. Отлично. Очень хорошо. Ну, такие, знаете, стандартные удары. Супер прыжок. Прыжки во время бега увеличивают расстояние и высоту. Ага, мне, значит, нужно сейчас запрыгнуть на этот постамент. Опа. И туда дальше надо. Черт подери. Ну-ка, давайте-ка с разбега. Не понял, а почему это сюда запрыгивает, а туда нет? Все, нормально. Разрушаемые предметы. Некоторые предметы можно уничтожить кулаками, другие с помощью взрывчатки. Б. Подбирать. РТ. Бросать. Ясно. Берем гранату и бросаем ее. Ну, проще некуда. Так, а здесь что? Непонятно. Давайте-ка так попробуем. Мы, в принципе, взрываем, но почему-то эта штука не разрушается, и перепрыгнуть через нее не получается у меня. Ладно, давайте еще разок кинем. Бесполезно. Вот так можно. Все, отлично получилось у нас. Давайте продвигаться с вами далее. Ну, как взять-то этот? Быстрое меню навыков. Подбирайте и используйте навык разнос. Разнос. Назад, вперед и Ю. Назад, вперед и Ю. Ага, он бьет, значит, бейсбольной битой. Подкат. Выполните подкат вперед и ударьте врага в воздухе. Как это? Так, я что-то... Что-то я немножко не понял. Подкат и ударить врага в воздухе. Давайте... А, вот, тут можно выбирать, значит, подкат. Так, это удар битой, опять же. Да что ты все выкладываешь мне эту гранату, а? Успокойся уже, Эдди. Что-то не могу понять. Моргает вверх, вперед, вниз, по кругу и А. Но у меня ничего не получается. РБ — это у меня навык скиллов. Черт подери, не пойму. Подкат. Ага. Вперед, назад, Ю. Вот так надо было сделать. Рычаги навыков. Атакуйте каждый рычаг навыком того же цвета. Разнос и полет. В принципе, ничего сложного нету. Вперед, назад, Ю. Это будет у нас разнос. Ну, а теперь нужно делать подкатом. Это вниз, вверх, Ю. Что же за подкат такой? А, апперкот битой. Так и говорите. Уклонение от врагов и опасных предметов. ЛТ плюс движение. Ага, вот оно что. Ну, здесь мы кувырочком. Отлично, получилось все. Управление навыками. Одновременно может быть активирован только один навык каждого цвета. Так, энергия навыков. Ячейки навыков. Серия ударов и суперуклонение дают бонус к энергии. Даже так. Ну что же, в принципе, и все понятно здесь. Быстрое добавление навыков. Удерживайте кнопку, с помощью которой вы подбираете предметы, чтобы мгновенно добавить новый навык. Кнопочка Б. Отлично. Так, надо удерживать. Ага, понятно. Все, сработало. Зеленый свет загорелся. Деньги используйте для покупки новых навыков и улучшений. Используйте навык со взрывом, добиванием, чтобы получить больше денег. Разнос. Так, вперед, назад и Ю. Так, подожди, подожди-ка. Давай-ка и вот так накумарим. Все, забрали. И это новый навык у нас получается. Да цепись ты, а. Зачем я бросил гранату? Да, в принципе, ничего в этом страшного нету. Эти зомбари вообще ложки. Да, забираем, ага, разнос. Ну что ты вылез, красавчик ты наш. На-ка, ух ты. Просто в щепки разнес я его. Прорыв. Пожертвуйте здоровьем, чтобы сбить стоящих рядом врагов с ног.
ЛБ и РБ. Понятно. Отключено, когда мало здоровья. Ага, значит, мы не сможем им воспользоваться. И Fire Exit. Ну что же, мы прошли обучение, а теперь у нас новый уровень, называется «Главная улица». Добро пожаловать в Лондон. Когда-то он был гордостью Великобритании. Теперь же он кишит нежитью. К счастью, корпорация Кронос уже возвела огромную стену, которая не позволяет зомби уничтожить остальную часть Великобритании. Спустя год после вспышки эпидемии, поглотившей город, многие считают, что все население было уничтожено. Кто, черт возьми, вы такие? А я-то думала, что я один остался в Лондоне. Я тоже так думал. Чё за дела? Не думаю, что кто-то мог выжить при крушении. Это генерал Эймс из отдела национальной безопасности. Мы уже давно следим за вами через камеры наблюдения. С вашей помощью и с вашими уникальными талантами мы сможем вернуть наш город. На борту должно быть 4 GPS-трекера. Надеюсь, они выжили в крушении. Они помогут вам найти 5 ключ-карт, которые были у высокопоставленных ученых Кронос. Заполучите эти ключ-карты, и вы сможете попасть в лабораторию и вместе положить конец этому безумию. Стоит попробовать. Звучит как полная чушь. Можете на меня рассчитывать, но как только одного из вас укусит, я тут же вас порешу. Ладно, но если ты будешь меня тормозить, я тебя оставлю. Ну что же, ребята, вот как-то так собралась у нас командочка, и мы непосредственно приступаем к нашему первому уровню. Главная улица, 7 часов вечера. Оу, значит, этот трекер указывает расположение ключ-карт. Супер! Ну что же, Эдди, я надеюсь, так оно и есть. Что, это у нас разбивается или нет? Смотрите-ка, да, и монетку дают. Хе-хе, сидит там. Иди сюда, родной ты мой. Еще один такой же красавец. Ватные, слишком ватные ребята. Так-то что такое? Энергия плюс 200 и монетка. Так, а бросок? Оу, даже бросок делает. Слушайте, напоминает мне игру чем-то уличные разборки. Так, шикандос. Домино. А, понял я, почему домино. Когда я толкаю одного зомби на другого, и тот падает, это получается как принцип домино. Доминошки падают. Так. Слушайте, за это у нас тратится энергия. За то, что мы махаем битой. Но она потихонечку накапливается. Так, это уже какие-то новые у нас тут красавцы. Одна рука короче другой. Ну, давайте, иди сюда, сопляки. Я вас научу уму-разуму. Куда ты бежишь? Оу! Ага, все понятно, у него длинная рука, и он до меня дотягивается. Ну, как бы не так. Как бы нелепо это ни смотрелось, мне приходится через них перепрыгивать, чтобы меня не взяли в живой капкан. А точнее, в мертвый. Так, ну что ты там лежишь? Разрывное добивание делаем, да? Битой. Энергии есть еще на один удар, комбо 6. Ну давайте добьем их, что ли, сосунков этих. Так, еще один там остался. Че это мы на голову себе надели, а? Какую-то птичку. И что она нам дает? Это типа головной убор? Энергия 200, а вот это хорошо. Сейчас мы можем делать, как там называется, комбо-удары. Вот так вот. В прыжке, кстати, довольно неплохо их бомбить. Куда бежишь-то? Давай, иди сюда. Мне эта игра, знаете, что, ребята, еще напомнила? Помните, Guns of Glory была в свое время, там такой, скажем, мафиозник ходил и убивал зомбарей. Вот что-то типа того, уж больно похоже графически. Так, ну давай, иди сюда, олух. Вот так. Ну-ка, давай. Опа, на. Как говорится, получил подачу в рожу. Наверное, в прыжке надо будет их. Вот так, отлично, готов. И этого немножко
Да кромсаем. Вот, не понял, а что это он мне шапку-то сбил? Говнюк мелкий. Но, тем не менее, захоркал. Тут у нас лежит монетка. Деньги плюс один. Да, очень много, конечно, дали. Давай-ка иди сюда, красавчик. Нормуль. Замечательно. Сундук. Б. Оу, дали меч. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, насколько он хорош. Чик, чик. Ну что же, 400 урона наносит. Это довольно, я считаю, неплохо. Ну и тут что-то дофига. Так, двойное убийство. Как капусту шинкую. Интересно, он на время дано, дается или на постоянку, пока не выбьют? Нет, к сожалению, на время. Жаль. Иди сюда, добили. Да сколько... Оу, а это еще что за олухи? Ну-ка, иди сюда. Давай-ка, вот так вот. По 300 с обоих. Точнее, с троих. Один минус. И еще двое. Так, черт, промазал. Все, энергии больше нету. Придется бить так, в рукопашку. Двойное убийство, замечательно. Да елки, сколько вас здесь, на этой контрольной, так сказать, точке. Это что там у нас такое лежит? Не пойму, мобила, что ли? Надо будет подобрать обязательно. Разрывное добивание. А, бонусные очки плюс 10. Интересно, а что они дают? Неплохо я его саперкотик, это сейчас мало энергии. Понятно, значит, мы не сможем сделать добивание. Все, надеюсь, расправились цепочкой 7 комбо. Такое впечатление, что сейчас, наверное, будет босс или еще кто-нибудь. А, нет, нифига. Лохандрищи, самые обычные лохи вышли. Вот это вот мне не нравится. Что у него на спине за шипы такие? Все, отдыхай маленько. Так, это у нас что такое выпало? Тут монетка, это энергия 60. И деньги. Опа-на, сундучок. Что он нам даст? Эй! А где подарочек? Я что-то не понял. Почему он оказался пустым? А это что такое? Здоровье плюс 30. Как раз то, что мне нужно было. Энергия. На-ка. Так, это уже, ребята, рычаг, видишь, застрял. Не беда. Ведь есть дурь у тебя. О, да, Эдди, дури у меня сейчас дофига. Ты предлагаешь мне его вот так сделать. И что? Ага. Энергия 200, и у нас тут проход появился. Так, очередные хмыри. Готовы. Так. Или мне кажется, или у них чуть-чуть побольше жизни стало. Да и хотел его... Тихо! Смотри-ка, вот этот вот длиннорукий может все-таки меня достать, а? Ну, а это вообще самые простые и самые первые зомбари. От них толку никакого вообще нету. Знак запрета. Типа, мне туда нельзя идти? Но как бы не так. Я должен узнать, что здесь происходит. Опачки. Смотрите-ка, сидят зомбики, пригрелись. Оу. Нормулю-то приголубил своих же. Черт подери, даже надписи не сделали, а? Так, 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 тихо, тихо, тихо. Что он будет делать? Он будет бегать, что ли, за мной просто, да? А как мне его кумарить? Оу, надо ловить момент. И полосок жизни у него, ребятушки, не одна. Наверное, две или три. Так, тихо, тихо, тихо. Оу, чет. Сбил все-таки меня эта каракатица. Ну, давай, иди сюда. Слушайте, я думаю, может быть... Хотя, не тут-то было. Подкатик делать? Нет, боюсь, зашибет. Все, давайте бить его. Куда я бью, а? А, нет, все нормально, все пучком. Я думал, я чисто деревянную стену лупил. Но по нему тоже досталось. И, в принципе, тактика довольно легкая.
просто отбегать от него, когда он бежит. Так. Четыре раза он бежит, а потом у него отдых. И в этот момент мы его кумарим. И это, кстати, зомбирь какого-то спецназовца, потому что, сами видите, у него бронежилет, шлем. Такой довольно мясистый чувачок был в свое время при жизни. Ну, это все... Оу, тихо, тихо, чуть не поймал меня, а. Так, готов, давайте добивать его. Да нет, добивать нам еще рано его. Но думаю, что на следующем перекуре он будет полностью наш. Давай, 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 прыгай, за мной беги, песик. Отлично. И последний, опа-на, а теперь ты весь мой. Замечательно, я его все-таки забамбашил. Так, что-то здесь лежало, давайте поднимем. Ух ты, один ап, жизни. Оу, а куда, почему? Блин, даже не дали мне поднять. Ладно, ребята, мы продолжаем играть в Блуди Зомби. Так, ну эти лопухи нам не страшны. Да откуда же вы прыгнули, да? Сверху, с верхних тросов на мосту. Так, ладно. Для нас это не страшно. Так, а вот эту штучку я подберу, пожалуй, птичку на голову. Честно говоря, я до сих пор не понял, что она делает. Оу, какие-то новые виды зомбарей вышли. Что вы делаете, ребята, а? Небритые. По ходу дела ничего, просто ходят. Да, абсолютно ничего не делают. Ну, значит, нам будет только лучше. Ух, раскромсал-то. Какой же я красава. И надо ящик подбить, а птичка. Так, 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 подожди, 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 родной. Да, я разберусь сначала с ними. А потом уже можете подходить. Так, бросок. Как говорится, через бедро. Минус один. Куда, куда, куда ты там разогнался, эй? Вот так, отдохни маленько. Блин, мне надо этот ящик, в принципе, вскрыть. Ну, время еще есть, так что давайте. Ага, дает энергию. Давайте поднимем ее. Энергия 200. Так, шашечки разбиваем. Так, а эту я тоже могу разбить. Цепочка 51 комбо. И мне пишут, здорово. А это что такое? Я могу запрыгнуть сюда? Ну-ка, давайте прыгнем тогда. Б. Ох ты, это, видимо, какой-то секретик. Ну давай, ничего себе, жизнь взял. И, ну, с этой штукой я сейчас поиграю. Булава. Или кувалда шипастая. В общем, давайте смотреть, как я буду их сейчас разбирать этой дубиной. Вот так вот. С птичкой на голове я просто непобедим. Слушайте, а может быть, она мне дает какую-нибудь удачу? Ну, явно это... не этот, как его... Не головной убор. Ну, давай, иди сюда. Опа! Слушай, по 400 бьет до... Черт тебя подери, урод, ты сбил мне птичку. Она как бы на один удар. Если тебя задевает, она улетает с головы моей, и все. Там она уже на полу исчезает. Двойное убийство. Но, тем не менее, булава довольно долго у меня держится. Так, а здесь у нас что такое? Добивание. Новый навык. Подкат. Ага, подкатик, значит. Ладно. Оу, все. Кончилось. Кончилось у меня оружие, ребята. Даем энергию. Хотя энергия у меня была полная, но я уже взял, чтобы просто так она здесь не лежала. И что тут у нас? Вот тот рычаг. Он для чего вообще? Очень умно. Ах да, беги. Ядрёно ты вошь. Хорош, прикался, ребята. Давай, 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 Эдди, бомби. Блин, она вообще, по-моему, не поддается. О, есть, пробил. Бежим. Главное, чтобы не было этих чудиков. Конечно. Они тут как тут.
Да ладно, я еще должен их забомбить всех. Вот это уже плохо. Все, готов, да? Пропустили, давайте быстрее, быстрее, быстрее. А то она сейчас, я чувствую, меня накумарит, блин. Приближается, приближается, приближается. Черт, 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 черт. Ага, вот оно что. Она меня, оказывается, не убивает окончательно, а просто отнимает немножко хп. Слушайте, ну это совсем меняет дело. А почему вот этого ты не задела, блин, с ножом? Так нечестно. Ха-ха, меня так просто не убить. Да уж, Эдик, тебе просто повезло, что она не так, как во многих играх, убивает с первого раза, где нужно успевать. Так, что это у нас тут такое? Аптечки, бонусные очки. Довольно неплохо. Так, это нельзя разбить. Но этот ящик я себе... Пустой гад оказался, а? Ну-ка, дай-ка я... А, это нельзя. Так, ну что, здесь у нас простачки. Давайте их добьем. Нормуль. Как же я люблю вот этих вот салабонов валить. Так, здесь уже ребята покрепче вылезли. С ножом. Какой-то хмырюга. Причем у этого чувачка посреди головы. Как бы вам это сказать? Ну вы сами видите. Просто как будто этот топорик там вдоль пробора у него прошелся. На-ка. Готов. Ну что ты бежишь? Вытянул он свой нож. А, вот оно что. У этого чувачка шипы на спине неспроста. Когда я начинаю его перепрыгивать, они как бы активируются и меня сбивают. Понятно все. Будем это знать. Так, это что у нас тут за бочонок? Оу, меч. Довольно неплохо. Слушайте, смотрите, ящик и нарисовано подпрыгнуть. Но он почему-то здесь... стоит, и я не могу вообще на него прыгнуть. Он как будто просто нарисован. Давай, 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 Эдди, бомбим всех здесь. Довольно круто, когда у тебя в руке есть был меч. Томагавк. Интересно, давайте-ка посмотрим, что это за томагавк. А, наверное, надо на него переключиться, или что там? Не врублюсь нифига. Так же бьет битой. Что-то не срабатывает томагавк-то. Так, 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 так. Пробежал мимо. Ну, это он хорошо сделал. Как говорится, мне в плюс. Смотрите, нельзя ничего сделать, как будто просто как нарисовано. Ладно. О, сколько этих ящичков-то. Ну-ка, деньги взяли. Томагавк. Так, нужно информацию посмотреть, наверное, на Б. Так, вперед, назад и Б. Ага, вот оно что. Я нажимал на Ю. Аптечка пригодится. Еще одна. И тут. Что-то уж больно много вы надавали здесь мне. Ну, я, как говорится, не откажусь от этого. И тут как? Я думаю, наверное, каждый уровень в конце будет босс. Тихо. Что такое? Что? Я даже не успел прочитать, ребята. Но я вижу тут какой-то нифига. Чудило-то. Это босс. Неплохо я его томагавком сейчас... Опа. А вот теперь почему-то очень мало отнимает. Черт подери. Что он хотя бы делает? О, нет. Это каракуля, которая сидит сзади на нем, слишком длиннорукая. Мало энергии, блин, я не могу кинуть больше ничего. Ага, тут ящики. Ну-ка, давайте глянем, что в них есть. Энергия, очень даже хорошо. Так, а тут... Блин, еще и мимо, а. Ладно, бывает. Слушайте, если бы не вот эти вот... О, шикарно. Если бы не вот эти вот мелкие зомбари, которые там... Да ладно, успокойся ты. Смотри, что делает. Так, уматываем отсюда. Оборзел ты, что ли? Он меня просто туда затягивает, когда начинает вот этот делать удар.
Я даже не смог выпрыгнуть оттуда. А, разрывное добивание. Ну-ка. Вот так вот. Замечательно. На-ка. Слушайте, довольно неплохо получается. О, тихо. Но тактику я его так еще и не раскусил. В общем, призывает он этих зомбарей. Было бы, кстати, неплохо, знаете что, бить... О, аптечка, вот это шикандос. Было бы неплохо бить зомби, потом сделать бросок через бедро ему, чтобы он... Да ладно! Чтобы он летел и добивал этого босса. Так, осталось-то, кстати, очень немножко ему. Так что недолго ему осталось радоваться. Черт, давайте... Ать! Ну-ну-ну, еще буквально на удар, может быть... Воу! Победитель и до сих пор не повержен. Пора искать остальные ключ карты, да? Да, Эдди, пора. Ух ты, сколько тут бонусов-то осталось после него. Давайте заберем это все. Шикарно. Так, и сматываемся отсюда, ребята. Все. Уровень пройден. Убий 105, лучший комбо 84, урон босса 430, жизни 4. Ну что ж, ребята, а на этом я буду завершать свой выпуск, и мы увидимся с вами в следующей серии. А на этом все, всем пока и до скорого.